От бумага. Я послушал твой рэп-альбом. И знаешь что? Что это было? Я вызываю тебя на рэп-баттл. И если не страшно, я жду твоего ответа. Ты что будешь делать с этим? Ничего я не буду делать. Обычный хейтер, обычный вызов. Я же не буду батлиться с любым ноунеймом. Очкуешь, да? Да не очкую, я что-то придумал. Просто не хочу тратить время на ерунду. Я его по-любому бы сделал. Да. Я думал, Влад, ты посмелее. Может, ты сам это побатлишь? Смелый такой нашелся. Но в отличие от тебя, я не записывал альбом и не корчил рэпера. Просто по фану записал альбом. Я ни на что особо не претендовал. Ну, с таким-то рэпом ни на что и не попретендуешь. Вы хотите сказать, что мой альбом параша, я плохо зачитал? Ой, не обижайся, конечно, но я думаю, я бы зачитал лучше. О, посмотрите, рэпер нашелся. Может, с тобой забатлим, а? Или зассал? Я зассал? Я принимаю твой вызов. Ну, только ты это, не обижайся, заранее предупреждаю. Не обижусь. Готовься к рэп-войне, сынок. Серега, иди сюда, садись. Ты за кого? Короче, ставлю 100 баксов на то, что Глент выиграет. Ты чё, Кобяков? Ты хоть слышал, Влада, альбом? Он офигенный. Я его каждый день слушаю. А у Глента хоть одна песня есть? Да ты, Серега, ничего не понимаешь. Тут главное чувство юмора. Поэтому Глент его точно уделает. Да и вообще, чё ты как шестерка? Вечно Влад, подлизываешься. Сам ты подлизываешься. Твоя песня отстой. Тебе кто писал? Инфузория туфелька свои ты текста. Ты чё? Вали к своему Владу. Вообще-то он в той стороне. Серега, и передай ему, знаешь что? Песни у него дно полнейшее. Бесит меня. Бесит, что твои треки не воспринимают всерьез. Ладно, ты успокойся, ничего ж не произошло. Ага, ничего. Ты бы слышал, что про тебя говорят. Кобяков вообще деньги поставил на Глента, что тебя уделает. Что? Да мы ж вроде это, просто прикалывались. Че ты шум наводишь? Это шутка была. Никакого батла не будет. Ага, не будет. Смотри, уделает тебя Глент перед подписчиками. Уважение все потеряешь. Я тебе по секрету скажу. Он настроен серьезно. Вот так они, да? То есть это не шутка. Так, Серега, а ну-ка пойдем, видеосообщение запишем. Погнали. Другой разговор. Эй, вы, позеры, слушайте внимательно. Сейчас будет говорить Владос. Глент, видит Бог, я этого не хотел, но я тебя размажу просто. Потому что за свои слова нужно отвечать. Поняли? Пау-пау-пау-пау. Давай распальцовку придумаем. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Ух, просто размажем. И умажем. Слушай, неплохо. Да какой батл? Я чисто на эмоциях ляпнул. Влад все понимает, мы ж друзья. Друзья друзьями, но нужно батлиться. Ты просто представь, через месяц, через два, новости. Глент выиграл батл у Влада бумаги. А дальше что? Имя, слава, деньги. Ты конечно настоящие. Это пока. Ты вот тут сопли жуешь, а Влад Серега, между прочим, готовится там рифмы, панчи. Понял? Кобяков, хватит преувеличивать. Я уверен, что Влад уже давным-давно забыл про эту ссору. Так. Смотри, что мне Серега прислал. Эй, вы, позеры, слушайте внимательно. Сейчас будет говорить Владос. Глент, видит Бог, я этого не хотел, но я тебя размажу просто. Па-па-па. Может, откажемся? Да какой откажемся, Кобяков? Ты же сам говорил там. Слава, имя. Это теперь дело чести. Слушай, отличное название для первого рэп-альбома. Короче, сделаем из тебя парня с улиц. Тру, который поднялся с самых низов. Так, ладно. А с чего тогда начнем, продюсер? Для начала нужно заявить о себе. Скандал. Ну а мне, как продюсеру, надо переодеться. Скоро вернусь. Я вот не знаю, тру-рэперы в Майнкрафт играют или нет. Мне тут дом достроить нужно. Кстати, а вы играете в Майнкрафт? Напишите в комментариях. Ой, блин, Майнкрафт это какая-то не гангстерская игра, поэтому я решил поиграть в CSGO. Ну что, зайчик, собирайся, вставай. Будем из тебя селебрити делать. Фу. Давай, погнали. Пойдем. А куда мы идем? Сейчас узнаешь. А может, не надо? В смысле не надо? От тебя нету никакой информации в соцсетях. Вот ты приходишь на пресс-конференцию. Что ты людям рассказывать будешь? Я там блогер, участник канала 4, у меня много подписчиков. Ты реально думаешь, что кому-то это интересно? Да. Вот представь, известный блогер в ходе перестрелки получил 9 пуль. Вот это интересно. Так что давай, становись ровно.